Вот такие крутые и полезные товары ждут вас в этом видео. А еще в конце видео будет конкурс. Айда смотреть! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами посмотрим небольшой топ самых полезных и покупаемых кухонных товаров с сайта AliExpress. Думаю, что многие хозяины и хозяйки оценят. Чтобы не пропускать мои ролики, нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик и всегда будете знать, когда выйдет новый. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком и экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании под роликом. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! Первый полезный товар – это у нас термостойкая прихватка. Это яркая перчатка, которая всегда выручит вас во время готовки. Выполнена из силикона и надевается на руку, что позволяет комфортно ею пользоваться. С помощью такой рукавицы ваши руки будут защищены от ожогов, когда вы будете ставить в печь или доставать из нее выпечку. Выдерживает большой перепад температур от минус 60 до 250 градусов. Силикон абсолютно безвреден для здоровья, не впитывает запахи, устойчив к фруктовым кислотам, не оставляет пятен, легко моется, обладает антиприлипающими свойствами. Можно мыть в посудомоечной машине. Не подходит для использования на открытом огне. Термостойкая силиконовая прихватка-варежка – практичный и необходимый подарок любой хозяйке и хозяину. Крутая овощерезка 2 в 1. Теперь идеальный салат или суп – это не проблема. Для нарезки продукта вам понадобится всего пара минут. Овощерезка позволяет нарезать продукты с молниеносной скоростью. Вы буквально делаете работу в 10 раз быстрее. Все дольки и кусочки продуктов идентичны друг другу по форме и размеру. Даже самое простое блюдо станет коронным номером вечера благодаря своей аккуратности и привлекательному внешнему виду. Строение овощерезки продумано так, чтобы вы могли не только быстро работать, но и совершенно не бояться порезаться. После использования овощерезки вам не придется мыть гору посуды. Легко очищается и пригодно для мытья в посудомоечной машине. Многофункциональная щетка для мытья овощей и фруктов. Эта приятная на ощупь щетка поможет вам до блеска вымыть овощи или фрукты от грязи, даже если та засохла и не хочет отставать. Просто потрите ею овощ под теплой водой, и благодаря специальной поверхности грязь очень быстро исчезнет. Альтернативные применения щетки для мытья овощей. Подхватка для горячего, инструмент для открывания крышек с бутылок и банок, которые плотно закручены. Стоит попользоваться щеткой всего один раз, как она станет незаменимым атрибутом вашей кухни. Средство для удаления мусора в раковине. У вас забилась ванная или умывальник? Не волнуйтесь, решить проблему поможет такая штука. Это уникальное приспособление разработано специально для чистки, поможет убрать волосы, грязь и другое загрязнение. Легкий в использовании и очень эффективный. Все, что вам надо, это просунуть палочку в слив для воды, прокрутить и вытянуть. Для эффективности процедуры можно повторить. Вы убедитесь, насколько это легко. Да, и не забудьте приготовиться к неприятному сюрпризу, когда будете вытягивать гаджет. Уникальная сковорода 5 в 1. Сковорода разделена на 5 секций. Утверждается, что в силу этого обстоятельства на ней можно готовить сразу 5 блюд или 5 различных компонентов для других блюд. Вывод из этого делается такой. Время готовки может быть сокращено в 5 раз, и мыть после приготовления придется не 5 сковородок, а всего лишь одну, что также экономит силы кулинара, средства для мытья посуды и воду. В общем, все инновационно и эффективно просто до неприличия. Сковорода изготовлена из литого алюминия с антипригарным покрытием. Вакуумный упаковщик. Замечательная вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, а есть вкусно и полезно. Теперь вы можете смело покупать продукты впрок и с легкостью брать их в поездку, не беспокоясь, что по дороге они испортятся или потеряют аппетитный внешний вид. Очень быстрое маринование рыбы и мяса под избыточным давлением, которое создает вакуум. Маринад намного быстрее и глубже проникает в поры мяса, что ускоряет процесс маринования в разы. Буквально 10-15 минут вакуума, и мясо можно готовить. Для любителей шашлыков вакуумный упаковщик – истинная находка. А еще используйте вакууматор как запайщик пакетов. Набор мисок. Компактный и яркий набор мисок очень функционален и удобен в использовании, благодаря тому, что емкости одинаковые по форме, но разные по размеру, их можно складывать одну в другую. В сложенном состоянии миски занимают совсем немного места. Все миски и ложки можно мыть в посудомоечной машине. В состав входит 5 пластиковых мерных емкостей объемом от 5 до 250 мл, 2 пластиковые миски для смешивания, пластиковый дуршлаг и сито из нержавеющей стали. Основание и большой, и малой миски для смешивания не скользит по столу. В малой миске есть измерительная шкала.
Пароочиститель микроволновой печи. Каждый из нас задается вопросом, как же очистить микроволновку, ведь в ней, если часто использовать, накапливаются капли жира, убрать которые составит очень много труда. Отмыть застывший жир поможет такой удобный и полезный инструмент, как пароочиститель для микроволновой печи. Он очень прост в использовании. Достаточно в резервуар фигурки налить немного воды и уксуса, а затем поставить на 7 минут в микроволновку. Пар размягчит загрязнения, и вам нужно будет только вытереть влажной салфеткой. Карандаш для чистки нержавеющей стали. У любой хозяйки имеются на кухне немало предметов из нержавеющей стали, но со временем они теряют свой вид и чистоту. Для чистки любой поверхности, в таком числе из нержавеющей стали, можно использовать чистящий карандаш. Он легко удаляет нагар и другие пятна, содержит активные чистящие компоненты, не повреждающие поверхность предметов. Но нельзя этот карандаш использовать для окрашенной посуды. Во время чистки краска снимается вместе с загрязнением. Растягивающиеся силиконовые крышки – это достойная замена традиционным крышкам фольги и пленки для того, чтобы сохранить свежесть продуктов. Есть аж 5 цветов крышек, и в комплекте идут 6 крышек разного диаметра на все случаи жизни. Этими крышками можно закрыть чашки, тарелки, миски, кастрюли и даже чашу мультиварки. А летом такая крышка будет идеальной для арбуза или дыни. Они хорошо тянутся, потому что изготовлены из пищевого силикона. Причем силикон не тонкий, а на ощупь очень приятный и гладкий. Такие крышки не бьются и легко выдерживают большую температуру, устойчивы к деформации, легко моются и занимают минимум пространства. Мерный стаканчик с весами и термометром. Зачастую хозяйкам требуется знать точное соотношение между объемом и весом ингредиентов приготовляемых блюд. Облегчению этой задачи и способствует недавно сконструированный такой многофункциональный кухонный агрегат, изготовленный по принципу 3 в 1. Прибор предоставляет пользователям возможность сразу вместе узнать как вес помещенного в него продукта, так и объем и температуру. Уверен, что хозяйки по достоинству оценят все удобства при использовании мерного стакана весов. Удобная машинка для запечатывания пакетов. Это именно тот прибор, который пригодится в любом доме и на любой кухне. Он герметично запаивает пакеты, благодаря чему еда остается свежей. Уплотняет практически любой пластиковый мешок быстро и легко. Вы можете без проблем хранить любые ваши продукты, не боясь, что они рассыпятся или протекут. Легко запаяет любые пакеты из любого материала. На кухне крайне полезная и удобная вещь. Универсальный нож-открывалка 6 в 1. Очень удобная универсальная механическая открывашка для любых консервных банок. Открывает стеклянные и консервные банки. Легко справляется с различными пробками, в том числе и с пластмассовыми. Такая штуковина пригодится на каждой кухне, поскольку она сочетает в себе максимум комфорта, миниатюрные размеры и стильный внешний вид. А главное, теперь вы навсегда забудете о сломанных ногтях, ранах или разлитом содержимом на пол. Нож актуален не только на домашней кухне, но и в походных условиях, где важен малый вес и удобство предметов. Специальный антибактериальный коврик предназначен для хранения овощей и фруктов в холодильнике. Ячеистая структура материала предотвращает появление сырости, образование гнили и плесени, не позволяя размножаться опасным бактериям в контейнерах для фруктов и овощей. Впитывает лишнюю воду, конденсат, обеспечивая необходимый для хранения продуктов питания уровень влажности. Благодаря лучшей циркуляции воздуха между продуктами и исключению непосредственного контакта с поверхностями холодильника, способствует сохранению свежести овощей и фруктов на более длительный срок. Также можно использовать в качестве коврика для сушки посуды. Водосберегающая насадка на кран. Это специальная насадка, которая надевается на кран. Технически она совместима с кранами, имеющими внутренний диаметр 24 мм. Насадка разделяет струю воды на множество мелких струек. При этом получающаяся вододиспенсерная смесь насыщается воздухом. Этот эффект позволяет получать комфортный в использовании поток воды при ее меньшем напоре, за счет чего и происходит ее фактическая экономия. Установленная насадка может поворачиваться на 360 градусов, что значительно упрощает регулировку направления потока воды в ту сторону, которую необходимо. Выполняется из специального сплава металла, который не поддается коррозии и появлению осадочных наслоений. Насадка способствует обогащению воды слабыми ионами, которые благотворно влияют на процесс обмена веществ человека и помогают заживлению ран, обладая дополнительным антибактериальным и противовирусным действием. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какие блюда у вас будут на новогоднем столе.
Подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайф и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать конкурсы. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!